Сегодня вечер закончится вот так вот. Пускай нам будет плохо, мы, ребята, за вас покушаем. Валюк, покажешь, что там? Шурпасик от Валька. А? Почему? Сглазил? Да. Короче, наш мангал от постоянного использования сгорел. Благо, была вот такая штучка. Из-под газового баллона. Потом все зеленым закидаем. И будем трапезничать. Во, пошел дымок деревенский. Короче, говядина. Как сделан шашлык? Говядина, да? Да. Вот, говядина по фирменному рецепту. Очень фирменно. Так что подписывайтесь на канал, впереди в ближайшее время. Мы озвучим, какой фирменный рецепт. Не уксус. Не это как его. А чисто. Хлопск. Так, шурпасик. Он сегодня готов. Мы тихо здесь подсмотрим, пока Валёк отвернулся. Ничего себе! И вот это, представляете, сегодня надо сожрать. Куда? Сначала в бане покупаться. Не, аромат божественный. Вот так вот нас встречают родители. Видите, даже у бати шампура самодельные. Я не знаю, сколько им лет, но лет 10 точно, больше. Что-то мясо здесь было в этих шампурах. Лет 20. Правда? Солнце еще высоко. А? Негры. Так это не солнце. Это луна. А какая разница? Короче, вот. Охренеть. Че, отрежешь кусочек? Попробуй. Попробуй. Батя с легким я паром. Штырки бил. А? Штырки бил. Он к завтрашнему дню тебя подготавливал, а ты его ругаешь. Мясо довольно мягкое, сочное. Трайт, ютубер. Мопс. Да. Мопс сырой ест. Он не сырой ест. О, всем приятного аппетита, ребята. Переезжайте в деревню живить. Покупайте мясо. Делайте шашлыки. Работайте. Да я смотрю следы. Ну вот какие-то есть. Тут. Были они нахуй. А? Были они здесь. Вот какие-то. Во. Видишь? Либо это твои. Нет, не твои, твои вот. Вон твои. А вот. Видишь? Это вот мои сейчас верхние вот эти. Да.